Раньше жизнь обитателей улицы Советской была незавидной. За домом гуляли ближайшие площадки в красных домах, но ужасное состояние, все разломано. Дети, по-моему, тупой сборки, там дырки прям вообще огромные были. Так что здесь вообще площадки не было возле дома, то есть негде было вообще гулять с детьми. Но с тех пор, как появилась она... Теперь есть. Теперь дети видят из окон площадку и бегут сразу гулять на площадку. Речь идет о дворовой территории на улице Советской, у дома 19А. Виктория – мама двух девчушек-близняшек, которые принуждают ее проводить львиную долю декретного отпуска именно здесь, на недавно построенной площадке. Площадка детская, но на ней все по-взрослому. Бюро потерянных вещей, парковка персонального автотранспорта. Такое соответствие современным нормам жизни вызывает и соответствующую реакцию жителей. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам новая площадка? Конечно, нравится. А очень чем? Даже для детей. Столько много этих всех. Они же у нас маленькие. Угу. А больше куда им еще идти? Только здесь. Очень даже хорошо. Спасибо, что нам сделали такую площадку. Для кого площадка, а для кого и место для зализывания ран. Матвей здесь думает о былом и обязательно исправится. Не, мне наставили на второй год. Где на второй год тебя оставили? Я не умею читать пусто. Так где, в школе или в садике оставили на второй год? В школе. В школе? Угу. Ну, понятно. Ну, а когда читать-то научишься? Да не знаю. Ну, давай в следующем году научись, ладно? Угу. А мне же нравится. Будете на площадке по этому адресу, позанимайтесь с Матвеем. Он тут всегда. А читать все же научиться надо. Илья Кремнев, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.